Автобас. Я представляю фотографа Андрея Семченко. Вы уже снимаете, подождите. Тормозим. Третий дубль. Чем я мог бы вам... Выключить? Тормозим. Постараюсь в сжатые сроки дать вам максимальный объем. Сдать вам свадьбу. Хорошо. Жестко и... Тебе. Второе, это выбор локации и тайминг. Блин, да вы там, блин. Дубль 385. Бляха-муха. Потому что ты тарахтишь, поэтому ты сбиваешься. Промакс. Семченко, давай. Еще раз. С той стороны лучше было. Меня зовут Михаил, я градоначальник стоит. А мы расскажем все секреты видеосъемки. Поэтому сбиваюсь. Добрый день. Меня зовут Степан Бирюков. О, только не шатайся. Я представляю студию мейкаперов Promax. 27 апреля 2038 года я хочу вас пригласить на шикарное мероприятие. Тормозишь себя. Подобреем? На этом мероприятии мы откроем вам большое количество секретов, о которых вы можете даже не догадываться, но они существуют. Мы о них сами не знаем, но обязательно посвятим вас в это. Всем удачи. Отлично. Я что-то упустил? А что вы узнаете 27 апреля? Обалденная вилли с бассейном, который я не мог до сих пор найти, но где-то есть здесь. Вы просто обязаны быть на этом мероприятии 27. Что я мог пропустить? Давайте я еще раз все это повторю. Да, это будет лучше с самого начала. Только не так. Форматируй карты. Банзай! Акцент. Не-не-не, я нормально. Не хмурься. До свидания. До свидания. Не дай бог тебе не придет. Да-да-да, ты сидящий под ту сторону экрана и жуем бутерброд. Пишем, поехали. Добрый день. Вас приветствует студия Promax и я, ее ведущий Михаил. 3 марта в городе Ялта. Майя. В развлекательно-торговом центре «Оазис». Какой ресторанный комплекс? Магазин интимных услуг. Ашан, я жду тебя, да тебя. Мы выражаем глубочайшую благодарность этой. В городе Ялта Дорогие невесты, в этот день мы разберем с вами огромное количество кала. Который будет исходить из моих уст. Который будет исходить из этих самых уст. Этого года в городе Ялта наконец-таки Добрый день. Вы уже это не раз слышали, но я все-таки повторюсь, что меня зовут Михаил, и это студия Promax. И че ты моргаешь? Да ты тут красный какой-то. Это грандиозное мероприятие в развлекательно-торговом центре. Пиши. Что такое видеосъемка вообще? Что такое фото? Всем что-то не заказывать. Здесь все намного глубже. На этом мероприятии наша студия вам расскажет о многом. Одна из вас получит грандиозный подарок от студии Promax и корпорации праздника Банзай. Петушок на палочке. А от Семченко не получит? Семченко я получу. Я уже синий, наверное, да, уже не красный. Ну, тут красновато, тут вообще уже такое, знаешь, тебя именно прихорошить и можно хоронить. До скорого, 3 мая. Ресторанный комплекс «Оазис». Одним из партнеров, одним из наших... Здравствуйте. Я готов поделиться с вами самой... Чем-то поделиться?
забыл. Здравствуйте. Я готов поделиться с вами самой важной информацией. Я забыл все дальше. Кролики. Это не только цены. Самое полезное. Да скажи ты уже от себя. Это точно повторяю. Слушай, скажи сам. Вот что хочешь, то и говори. Да, Латина, что мы это пишем? Все, говори. Важная информация. Здравствуйте. Я поделюсь с вами самой важной информацией, которая не хочет. Леш, ты что-то свое. А о чем мне поделюсь с ним? Да хочешь, не делись. Самое важное, надо, чтобы их зацепить, понимаешь, что могут. Чего я им там расскажу? Как проводить фотосъемку? Вот как вот это вот. Не самая важная информация, а как это провести все дело. Понимаешь? Вот. Здравствуйте. Я расскажу вам. Так это мастер-класс. Получается. Понимаешь, это не то. Выключай всю эту камеру. Смотрите. Я готов поделиться с вами. Не успел начать. Говори. Здравствуйте. Я готов поделиться с вами. Я икну. Не то, я за. Давай. Здравствуйте. Я готов поделиться с вами самой важной информацией, касаемой свадебной фотосъемки. Здравствуйте. Я готов поделиться. Здравствуйте. И опять кричу. Здравствуйте. Я готов поделиться с вами самой важной информацией, касаемой свадебной фотосъемки. Приходите, будет интересно. А ты говоришь, я готов. Ну вот это более-менее, да? Серьезно. Здравствуйте. Тихо, снимай. Давай. Да, серьезно, если бы вы мерзали. Давай, подожди. Нет. Все, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Я готов поделиться с вами самой важной информацией, касаемой свадебной фотосъемки. Приходите, будет интересно. Все, сейчас телефон зазвонил. Накуриться готовы. Я текст забыл. Я готов поделиться с вами. Все, а то меня в голове уже играет. Здравствуйте. Я готов поделиться с вами. Серёжа! Я готов поделиться с вами. Серёжа, не танцуй, пожалуйста. Ты действительно отвлекаешь, приплясываешь. Ну, конечно, я же держусь. Здравствуйте. Я готов поделиться с я вами. Я готов поделиться с 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 вами. Вот здесь. Я готов поделиться с вами самой важной информацией, касаемой свадебной фотосъемки. Приходите. Будет интересно. И самое приятное, одна из невест получит. Не забыла что. Приходите, будет интересно. Приходите, будет интересно. Приходите, будет интересно. Приходите, будет интересно. Но это в одно слово. Приходите, будет интересно. Приходите. Все, склепаешь? Миша, что-то можно с этого сделать?